Ну как можно так рисковать? А вот я уже как раз сажала, хорошо. Как так можно рисковать? Это только я так рискую. А, это я, блин, я перепутала тебя. Ё-моё. Где я, не понимаю? А, меня убили. У нас уже столкновение пошло. Да, Дуда, плей. У нас этот, Брок, да? Да, я буду Броком. Я буду Ворона прокачивать дальше. Давай. Я хотел бы сразу приветы передать Море Женю, Олегу Туманову, Фоди Жим, Тому, Геймер Робин, Лест Геймеру, Кристаллу и Александре. Ого, у тебя так много. Да, ребята, если хотите, чтобы мы вам передали привет, напишите под видео «Передай привет». Напиши привет. Ну и обязательно поставь лайк этому видео. И, конечно же, не забудь подписаться на канал. Ко мне тоже заходите, к Тавке Плей на канал. Конечно. Так, ой, я чуть не умер, прикинь. Ух, ну баночку взял. Ой, ты где там? Ты уже в гуще событий? Нет, сверху, сверху был. Привет. Привет. О. Так, кто там? А ну давай сейчас этот. Этот пустой бежит. Давай его нахлобучим. Так, ну, есть, нахлобучили. Так, этот бегает. Пени. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нет, убили меня. А чё у меня только две банки выпало? У меня же было 4. Знаю. Не знаешь? Так, смотри, там держись. У тебя супра есть? Угу. Во, сейчас я его... Ой, бери. Нахлобучу их. Ах, ты, блин, гаденышка. Чуть меня не подбила. А, все, это подбил. Так, стоп. Подожди меня, вон баночку забери. Хорошо. А, ты туда не успеешь, наверное, уже забежать. Наверное, нет. Ну-ка, ну давай рискану. Блин, ну как можно так рисковать? А вот я уже как раз сажала, хорошо. Как так можно рисковать? Это только я так рискую. А, это я, блин, я перепутала тебя. Ё-моё. Где я, не понимаю? А, меня убили. У нас уже столкновение пошло. Я играю. Так, сейчас я тебя подожду немножко. А, этот робот же ходит. Да. Так, все, появилось. Сейчас я его нахлобучу. Есть, ну, нахлобучили. Что ж, ребята, спасибо за лайки. О, видишь, тебе как много понаписывали приветов, поэтому мы и выиграли. Круто. Ребята, пишите привет, мы обязательно вам передадим приветы. Кстати, там один мальчик просился со мной поиграть. Да, точно, я забыла записать фамилию его, или как он называется. Но я потом в следующий раз обязательно... Я после этого видео, ну, там, после этой игры покажу свой ID. Если кто хочет поиграть, можете добавляться в друзья, да? Верно же я говорю? Да, конечно. А вот, добавляться и с нами можно поиграть. Точно. А сегодня мы играем с роботом, да? Да. Который нахлобучивает всех. Ой, вау. Убежал. Убежал, да? Вон он. Так, Шелли ходит. Давай ее нахлобучим. Ой, сейчас что-то я не туда пошла. Давай ее. Так, она убегает. Вон есть. Она потеряла шарик. Сейчас заберем. Бочечку. Все, забрал. Слушай, давненько мы с тобой не играли, да? Да, что-то ты так долго не выходил на связь, я тебя потеряла уже. А ты как, играла, нет? Нет, я только открывала ящики. А-а-а, прикинь, нас нахлобучили только что. Ну... Ё-моё. Сейчас я покажу свой ID. Давай, я тоже свой буду показывать. Вот, вот это вот, да, хэштег под именем там. Такая штучка. Да, твой ID, так, решетка. PRVJJ898J. Добавляйтесь. Запросов у меня пока нет, так что... А я, можно с твоего позволения открою одну бочку? Открывай, я пока тут покажу. А то я всегда, когда с тобой, у меня попадает что-нибудь. Ребятушки, ага. Давайте, нажимайте лайк, чтобы что-то выпало. Монеты, Джесси, Кольт, ничего не выпало. Но у меня еще на пути к славе есть. Ящик большой, давайте мы его откроем, попробуем, посмотрим, что там. Раз, два, три. Монеты, очки силы Роза и очки силы Дэрил. Нету никого. Ну все, закончился? Да. Молодец. Все, поехали? Ну, не всегда, давай. Не всегда попадаются, конечно, очень жалко, когда даже насобираешь много сундучков. Бывает, что не попадется герой тебе, а жаль. Жаль, очень жаль, ребят. Хочется, чтобы кто-то попался же. А ты кого хочешь?
Знаешь, я даже не знаю кого. Чтоб хотя бы кто-нибудь. Ну, хочется интересненького даже. Ну. Еще один удар ей. Да, ё-моё, есть. У неё супер, что ли? Так, уходим. Бегай, 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 бегай. По разным... Ой, всё, он отвлекся, мы по разным сторонам. Да, нормально. Давай, может, так, это, тут... посмотрим, может, здесь ящики лежат. Да тут нету, вот я вижу уже. Ох, столкновение уже, прикинь, так быстро. Так, давай вместе держаться. Давай. О, я вижу баночку. О! Что-то все, что ли? Все. Робот всех нас прикончил. Да, да, прикольно. Наверное, нам лайки ставят, хорошо. Наверное. Давай Ворочек. Снова тогда нашей команды будем играть. Давай. У меня ворона уже 13-й ранг. Круто, нифига ты быстро его набрала. А ты играла без меня? А, нет, ни с кем не играла, только ящики открывала. Понятно. Мне без тебя же скучно играть. Ага. Ну, конечно, прикольно там, я играла с некоторыми вот раньше. Оленька там был, еще кто-то был. А, такие хорошенькие. У нас, ну, получалось с ними выигрывать даже. И вот. Ну, не общаешься, когда тогда скучно. О! Быстро, да, нас нахлобучили? Угу. Меняем персонажей? Ну, не знаю. Ну, давай. Давай поменяем для интереса, а то всегда воронам скучно. Наверное, я, может быть, возьму этого. Эль Прима. Давай Эль Прима. Давай, я Пенни возьму. Ты знаешь, вот этот новый бравлер, который вышел, я замечаю, у многих он есть. Да, кстати, слушай, а где-то я его видела. А, я, наверное, какое-то видео, что кто-то игрался с ним. Еще я подумала, он вышел уже, что ли? Давай розочку замочу, только она, конечно, не с кем-то меня сейчас могут убить. Убили. Тебя убили? Ну, я так хотела кого-нибудь убить. Ладно. Еще раз давай. Ошибка в том, что мы рядом не находимся. Так, давай, я налево, ты направо. Сейчас попробуем открыть какую-нибудь. У тебя быстро вообще открывает, нет, твой игрок? Нет, медленно. Медленно, да, у меня очень медленно. Ой, кто-то бежит. А я, кстати, ты замечаешь, что мы когда бежим, у нас следы остаются? Так... А что, когда мы бежим? Следы остаются. А, да? Ты не видишь? Ага, вижу. Слушай, а по следам можно кого-то видеть, или ты только свои видишь? Я не знаю, слушай. Надо обращать внимание. Надо обращать. О, нифига себе. Тут есть вкусняшки. Ух ты, что ты дошел. Да, место, тут да, хорошее. Тут робот орудует, король. А, о, смотри, кого-то подвигает. Столкновение. Так, а ну-ка, давай, возьми. Ты где? Спасай меня туда! Давай, иди сюда, сюда, иди ко мне. Ты там да собирал? Нифига, этот робот нахлобучим. О, нахлобучили? Да. Вон в кустах, я видела этого. Давай, ищи, все. Где-то еще второй бежит. Давай, сейчас. Вот. Ой, робот, нет, наверх, такой, наверх. А где-то... у нас по 14. Да где-то, блин, есть. Где-то есть, да? Вот это запрятался же. Давай, вниз пойдем. Он за тобой идет. Он ждет, пока нас этот... Вон он, внизу, внизу, внизу. А, Барли, вот туда. Барли. 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 Иду, иду на помощь. Всё. Вон еще один. Дальше, да. Иди вниз, вниз. Он там в кустах. Вот тут за мной, вон он. Вижу. Пустенький, очень легкая добыча. Ага. А у него не было ничего? Ничего не было, он только возродился. Круто. Отлично. 9. Класс. Так мы сейчас только много этих должны, по идее, взять. Кого? Жетончиков там. А, ну да, жетоны дают. Я 32 жетона сейчас получил. Так, ты нажимаешь там? Ну давай. А я думала, может, надо выходить, чтобы они потом щук-щук-щук-щук добавлялись. Или они потом все равно добавятся. Да, обязательно есть. Добавятся. Это обязательно. Так, вон влево там, дофига. Так, давай, я вот этот возьму. Пустая баночка, блин, кто-то забрал. Чуть-чуть мне не хватает. Роска на меня напала. Роска напала, ё-моё. Держись там, убегай от неё, наверное. Все, я ее убила. А чё он меня куда-то вообще стреляет, непонятно куда. Вон, смотри, сколько сундуков. Давай, давай, откроем. Так, там Кольт бегает.
А, он разбил. Подстрахуй меня под кольт. Хорошо. Под кольт, побей его. Хорошо. Постреляй туда. Всё. А, Роска за тобой пустая бежит. Ты за ней этот придурок, я тебя защищу. Ага, спасибо. Ага, тебя что, убили? Сама убегай, ну конечно. Всё, убегай. Вот, блин, не успела, чё? У меня была такая штука. Ой, блин, всё. Плюс 3 у меня. У меня плюс 3, у тебя сколько? Тоже. Ну ладно, ребятушки, будем, наверное, заканчивать серию. Давай. Получим все награды. Да, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет. Мы обязательно в следующем ролике вам передадим привет. Да, и заходите обязательно на канал Такаплей, не забудьте, а то все приветы вы пишете в Дудиплей, и такички тоже напишите. Да, давайте, ребята, вы вот пишите привет и передаете, например, мне, Дудиплей, а вы также приходите на канал Такаплей и ей тоже пишите. Представляете, как круто будет, что вам передадут и Такаплей, и Дудаплей приветы в одном ролике, представляешь? Да, это вообще будет супер. Супер. Ну ладно, всем тогда пока. Всем пока-пока. Пока, Дудиплей.